Мухтар Аблязов в 2019 году признается, что на него выходили сотрудники российского ФСБ с предложением сотрудничества. И на меня выходили в свое время представители ФСБ. И насколько откровенными оказались эти агенты России, что посвятили Аблязова свои планы по захвату Западного Казахстана? В чем подвох? То завтра Путин придет, завоюет западную часть, например, Казахстана, а они именно эту часть хотят, не северную, которая фактически пустынная, а именно западную часть, потому что в западной части находятся основные богатства Казахстана, нефтегазовые месторождения. Казахстанские СМИ со ссылкой на ресурс asiatelegraph.com распространили данные расследования американских журналистов, которые обнаружили, что Аблязов связан с людьми, которых обвинили во вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Благодаря документам и перепискам, выложенным в сеть, общественность узнала, что олигарх из Казахстана Мухтар Аблязов поддерживал связь и вел многомиллионные сделки с бизнесменами и чиновниками, которые сотрудничали с Россией во время американских выборов. Этих людей позже обвинят по делу о вмешательстве России в выборы США. Примечательно, что его активы и элитная недвижимость в России на общую сумму в 200 миллионов долларов остались нетронутыми даже после его заочного осуждения к тюремному сроку в Казахстане и ряде других стран, в то время как суды в Британии и США заморозили его активы. Собственно, это уже указывает, что у Аблязова есть крыша в одной из башен Кремля. И в 2019 году он сам рассказал, в какой. Пытались меня убедить, чтобы я сотрудничал с Путиным, я отказался. Для России Аблязов удобен тем, что его никак не связать с Кремлем или ФСБ. Он усиленно делает вид, что его поддерживает Европа. При этом пассия Аблязова Людмила Козловская была обвинена польскими властями в работе на ФСБ России, и она его единственная европейская связь. Освобождение его из французской тюрьмы тоже можно объяснить особыми отношениями Москвы и Парижа. Зачем же Аблязов фактически признался в сотрудничестве с Кремлем? На самом деле, он озвучил то, что ему было поручено кремлевскими партнерами. Это была просто попытка надавить на Токаева в преддверии того, что мы наблюдаем сейчас. Просто тогда в расчеты вмешалась пандемия коронавируса, из-за которой пришлось отложить планы на СВО. Поскольку Аблязов не оставляет попыток дестабилизировать Казахстан, мы понимаем, что его друзья-ястребы из Кремля сделали ставку на беспорядки и гражданскую войну, после которой наша республика будет растащена на куски. Не поддавайтесь на призывы агента-провокатора, блокируйте его посты во всех соцсетях.